Всем привет! Всем привет! Привет, друзья! Поехали, покатаемся! Папа заикается, заплетается, что-то язычок-то у него, да? А мы с вами, знаете, куда ринулись? В общем, указатель был кирпичный завод. Да. И мы поехали прямо. Здесь у нас грунтовочка. Слушай, эта грунтовка мне напоминает дорогу в Нижневкино. Нижневкино через Олимпийский. Да. А потом тоже там. Да, кстати, надо там тоже потом проехаться там будет. Там есть поселения красивые. Угу. И мы как-то туда в поле уезжали с тобой, помнишь? Нет, туда мы не поедем. С ружью. Куда мы тоже только не ездили, да? Да. Ну, здесь, по крайней мере, так. Ну да, тут дорога-то такая. Не ахти. Ну, посмотрим, заодно и вам покажем. Что тут? Сады, конечно, тут. Как же без садов-то? Ну, слушай, вот с этой дорогой рядом сады, это же постоянно вот эта пыль. Пылюка, это жесть. Это же все овощи в пыли. Это рядом, если да. Так вон. Это да. Это же пыль, она же никуда не уходит. Она прям стоит тут. Владельцем дачного домика, который рядом с дорогой. Потому что я вот еду и прям чувствую, что вот даже к нам в машину эта пыль залетела. Слушай. Наверное, да. Ну да, тут же вообще все в пыли всегда. А, у них растет-то у бедненьких. Поставь паузу. Ну да, вот немножко пропустили, да, и да. Пыль немножко осела. Надеюсь, не туда едет, куда мы. Может, пораньше свернем. Не знаю. Она Алдыга полезет справа. Ага, ну это она получается как бы противопожарная, наверное, слушай, да? Нет? Или все-таки отводящая воду, дренажная? Я вообще не знаю, как это целевое делали. Офис садоводства. Нет, скорее всего, это дренажная. Что там было написано? Офис садоводства Чижей. О, офис садоводства Чижей. Ну слушай, тут как будто еще больше садов-то даже. Слышь? Тут их вообще... Послушай, а как сюда люди добираются? Знак этот автобус на остановке, куда автобус едет. Ты вот сюда он ездит? Да, да. Вот сюда конкретно ездит, конечно, автобус? Конечно, до бункомбината ездит. А какой папа автобус ездит до бункомбината? Есть такой прям написанный бункомбинат. Да? Я видал такой в. Значит, я, наверное, просто не обращала внимания, что есть такие у нас есть. Еще автобусы. Кто-то звонит? Видишь, ты что, включаешь музыку? Солнышко вот уже у нас закатывается, да? Большие Чижеги, наверное. Чижеги. Чижеги, вот налево, где мусорка. Угу. Ну да, слушай, садов много. Ох, сейчас опять будет пылюка. Слушай, как хорошо, что у нас сад ближе. Конечно. Вообще. Здесь, конечно. Не, я не хочу тут сад, это однозначно. Делают сотовую вышку. Чтоб и в садах был и интернет. Интернет, да. А вот и кирпичный завод виднеется. Да ты что? Да. Вот сейчас мы с вами и поглядим, как он выглядит, наш кирпичный Кирово-Чепецкий завод. По производству какого кирпича? Силикатного или керамического? Думаю, или тот всякие, и другой, да? Я думаю, что всякие кирпичи. Так что заодно мы показали вам, где у нас находится кирпичный завод. Вот он. А вот он, родименький наш. Погрузка кирпичом, видишь, налево. Загрузимся кирпичом. Смотри, сколько глина, что это? Глина, по-моему, или нет? Ну да, это что-то похоже на глину, да, действительно, красная и белая. Но белой мало, больше красная.
эта вот территория огорожена, конечно же. Колючая проволока, это чтобы это кирпичи не таскали с территории. Да, много кирпичей не утащишь, не легонькие. Да. Ну вот мы объезжаем, да, по периметру. Скоро будет бум-бум-комбинат, так называемый. Мы с Ильишей сюда ездили. Как-то раз мы с мамой, маму оставили в саду, а мы с Ильишей поехали покататься. Да, мы, да, мы да. пытались доехать этой дорогой до Каркина, но у нас ничего не получилось. Мы ехали через железную дорогу, там по железной дороге провернули вдоль леса и встретили каких-то мужиков, которые разбуксовали на Неве. Мы их вытащили, и они нам сказали, что вы не туда едете, и мы поехали обратно. Ну, то есть, вот как бы сказать, просто ну надо было, чтобы кто-то туда поехал. Кстати, вот здесь автобусная остановка. Да ты чё, вот здесь автобусная остановка. Ну, как и говорят, ведь все, что не делается, все оно делается кем-то задумано. Да. Вот это уже поселение бум-комбинат. Это, вот это бум-комбинат, кстати. Да. Кто не знает. Ты здесь не была? Нет, я здесь вот не бывала. Ну, знаешь, как-то вот он, как-то он не по пути мне. Внутри вон домики кирпичные. Вот, смотрите, домики вот жилые такие. Ну, слушай, я скажу, что нормальные. Да, ведь? Ну, тут гаража слева. И крыша сделана. Дом кирпичный. Угу. Еще такой же домик. Угу. Просто до города-то далековато, слушай. А вот детская площадка. Без машины-то, наверное, делать совершенно детская нечего. Детская площадка. Ну, это местная? Не, ну да, местные, наверное, сделали. Деревянные то, что там-то. Не будешь снимать? Будешь говорить. Такой же домик третий вот еще есть. Ну, сарай его даже, наверное, кто-то скотину, молодежь, что ли, держит, да? Медицинский акушерский пункт. Угу. Медпункт Уже. Есть. Дачи, наверное, вот здесь. Улица вот. Пионерская. Мы едем по улице Пионерская. Улица Пионерская. Ну, такой, наверное, частный сектор, да? Тут уже такие двухквартирные дома. Это частная. Железная дорога, рядышком. Угу. А тут, слушай, может быть, навряд ли тут останавливаются, да, так поезда-то эти? Ну, остановочная платформа, я не знаю, что-то не обращу внимания в прошлый раз. Сними там поезд немножко. Так я сниму поезд, конечно. Вот едет вот. Поезд. А тут поезда-то какие ездят, слушай? Я думаю, разные. Любые, наверное, да, и пассажирские в том числе. Думаю, да. И грузовые. Ну, то есть это... Вполне, как бы, ветка дороги, которая эксплуатируется, да? Конечно. РЖД. Там здесь селишко ехали. Вот лес слева. Сосновый. Mm-hmm. Пытались выехать. Ну, дальше-то, наверное, нет никаких там поселений. Да, может и есть, но я уж там дорога там херовая. Я на Дастере там боялся ехать, я уж на этом. А может быть мы с тобой уж туда и не поедем, слушай. Сейчас вон доедем до того места, куда. Ну, видишь, можно подъехать по железной дороге. Тут в этом есть, мы проезжали с Ильичем. Вот сюда. Ну и ты что, хочешь тут нырнуть? Ну, вот как бы. И налево-то поехали вдоль леса. Ага. Ну и там вдоль леса туда идет дорога. Да, ну вон там такая. Ну, в общем, а вот это вот железная дорога. Да. А это проезд под этой железной дорогой. Ну давай проедем. Просто немножечко. И здесь вроде уж нету, так что может ехать. Для картинки, так скажем. Да, нас еще здесь не было. С тобой. Да?
туда мы не ездили, кстати, вправо. Я не знаю, что. А может, тут все-таки выезд вправо? Ну, в смысле, можно куда-то там выехать? Фокус куда-то, мы поехали за фокус. Куда-то ездить. Если фокус приедет, тем более мы это точно приедем. Ну, давай, поедем. Может, там тоже какой-то населенный пункт? Ну, а кому понравилось такое наше видео, пиши, ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и, наверное, всем доброго вечера. Всем добра и всем пока.